大家好，我叫阿米丽，我现在在西咸上海的学校学习，我只学习一个语汉语。现在我给你介绍我的学习。每天我们有很多课，阅读课、综合课和听力课。我们班有很多外国留学生，认识他们我很高兴。学习汉语不太难，但是我很喜欢学习。我们班学习很努力，因为我想去好的学院。Ребята, я вам очень советую учить китайский язык. Да, конечно, вам может показаться, что это сложно, невозможно, но когда у вас есть желание, когда у вас есть понимание того, что китайский – это один из важных языков сейчас в современном мире, который обеспечит вас в будущем, вы всего добьетесь. Зайдень. Все, зайдень.